Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как сделать миниатюрные сережки в виде лапок. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. В работе мне понадобится красная, белая и черная полимерная глина, канцелярский нож или лезвие, деревянные зубочистки, гель «Жидкая пластика» и основа для сережек – гвоздики. Сначала смешиваю необходимые цвета. Мне нужны розовый и черный. Для этого в кусочек белой полимерной глины нужно добавить соответственно маленькую капельку красного или маленькую капельку черного. Тщательно перемешиваю эти цвета по отдельности до получения однородной однотонной массы. И получаю розовый и серый цвета. Серый цвет катаю в колбаску и отрезаю два одинаковых кусочка, которые станут основой для лапок. Этот размер сразу задаст величину будущего украшения. Катаю каждый из кусочков в шарик и расплющиваю на отдельном листочке бумаги, подальше друг от друга, так как это две отдельных детали. Теперь катаю колбаску серого цвета потоньше и нарезаю 8 частей. Это будут пальчики. Каждую из частей катаю в шарик и чуть-чуть прикатываю в овал. Маленькие пальчики-овальчики размещаю с одной из сторон каждой из лапок. Теперь беру деревянную зубочистку. Чтобы зубочистка была остренькой, обязательно подточите ее лезвие. И придаю фактуру лапкам. Необходимо сделать фактуру всей детали полностью, со всех сторон, с боковой стороны, между пальчиками, проработать всю-всю поверхность. Я это делаю небольшими круговыми движениями. Взрыхляю поверхность самым кончиком остро заточенной зубочистки. Прорабатываю поверхности обеих лапок. Когда обе лапки готовы, перехожу к розовой части, к подушечкам. Катаю колбаску розового цвета, отрезаю две небольшие части. Они станут самыми крупными на лапках. Эти части катаю в шарик и затем в небольшой овальчик. Размещаю эти части на лапках и приплющиваю. Очень удобно приплющивать моделирующим инструментом, но если его у вас нет, можно расплющить обычной маленькой ложечкой. Затем катаю очень тоненькую розовую колбаску и нарезаю 12 частей. Все эти части катаю в маленькие овальчики. И размещаю на лапках. Две маленькие части по бокам от центральной подушечки. А четыре маленькие части на самой лапке, на пальчиках. И все эти части легонечко приплющиваю и подравниваю, чтобы ничего не торчало, чтобы лапки получились одинаковые. После чего лапки выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После выпекания необходимо сделать крепление и обработать обратную сторону. Для этого на клей я сажаю основы сережек-гвоздиков. Затем выдавливаю небольшое количество геля жидкой пластикой и распределяю по поверхности лапки.
Гель должен быть равномерно распределен и по самой лапке, и прикрывать основу для сережки гвоздик. И после этого выпекаю лапки снова. Температура и продолжительность второго выпекания такая же, как и первого. И вот после выпекания милые сережки-лапки готовы. Меня часто спрашивают, какие сережки можно сделать в комплект к брошкам или кулончикам-зверятам. Мне кажется, что такие изделия уже самодостаточны, и дополнение к ним, если и должно быть, то минимальным. Например, такие милые миниатюрные лапки – это один из вариантов. Их можно сделать очень маленькими, и если подобрать такой же цвет, как, к примеру, у медвежонка или панты, то получится отличный, замечательный комплект. Я надеюсь, что вы воспользуетесь такой идеей и сделаете свои интересные лапки-сережки и прекрасные дополнения для уже имеющихся у вас украшений. Желаю вам творческих успехов и вдохновения! Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!